Я здесь стою не потому, что я крепко уцепился за власть. Батя! Четверть века я отдал всю свою молодость и самые лучшие годы служению вам и нашей Родине. Не вопрос! Не вопрос! Не вопрос! Нет! Президенты приходят и уходят. ОМОН уйдет, армию распустим и сядем опять на площади. Чего и кого здесь будем ждать? Кого завтра кормить будем? Уголовников и бандитов выпустить? Не вопрос. Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей. Помните это, они рвутся к власти. Мы уже это проходили.